Здравствуйте, друзья! На манеже все те же. Вот, решил немножко передохнуть, закончил уборку в вольерах и думаю, надо записать вступление к видео по поводу щенка Хаски. Он вчера к нам приехал, ну, сами знаете, у нас такая история, мы съездили с ним в клинику, вот, потом нам повезли сбитую собаку, но, к сожалению, все получилось плохо. Что тут сказать? Очень много желающих взять эту собачку к себе, потому что он такой классный, он такой мимишный. Но люди, друзья, собака останется на всю жизнь инвалидом. Не факт, что он даже будет ходить. Вот на сегодняшний день ему нужно лекарство покупать. Оно стоит 19 тысяч рублей. И его даже нет в Екатеринбурге, и не знаю, есть ли оно в Москве. Сейчас Галина ищет везде. Будем пытаться его заказать, надо проставить курс уколов. В общем, не все так просто. Не просто он оказался ненужным, не просто он оказался бездомным. Несмотря на то, что вот он такой классный, такой мимишный, он такой замечательный. Вот. Ну, а как все происходило, смотрите. Это видео нам прислали люди, которые нашли его. Здравствуйте! Сейчас вот получается мы его видео отправили, когда он еще не покушал. Мужчина смотрел, да? Да, там мужчина. Два мужчины смотрели. Вот. А когда вот он покушал, видимо, не знаю, тяжело стало, и что, он опять плакал. Орет и все. Мы уже не знаем, что такое собаки. Сегодня нашли-то, нет? Мы вот нашли еще в 20-х числах января, вот пока вот он у нас был. Потом его полечили, сказали подождать время. Вдруг, говорит, это будет лучше ему. Ну, было немножко лучше, но он все равно на лапы встает и орет. Нашли на улице, да? Он за нами увязался, но он уже прихрамывал. На задние лапки. Вот передние нормально, а вот задние прям глаз интересные. Но у него чернее. Карие местами. Карие местами, да. Да, я пятнышко. Тоже нам жалко. У меня вот дети говорят, оставить. Мы на съемной живем. Раз хозяин будет, конечно. Привет. А куда-то так выбросить у нас тоже. Так нет, конечно. Мы не сможем. Все, иди ко мне. Иди ко мне. Ты подстилка его? Давайте, до свидания. Дритатун. Вот, не доделали мы домик для спинальников. Заселяем. Да, уже заселяем, получается. Придется ставить клетку. Такая. Мухтар написано. Мухтар, да? Мухтарчик. Нет, надо по-другому как-то назвать. По-другому назовем. У нас тебя. Так два мухтара уже есть. Че, попробуй, поставь его. Че, будет плакать? Не знаю, может. Клетку поставим. Чтобы колосить. Скользко, да? Не встает. Не встает. Ладно. Николай Сергеевич смотрел, да? Ага. Рентген-то не делали? А что так? Денег нет. А, из-за этого, да? Да. Ты будешь звонить Николаю Сергеевичу? Не будешь? Ну, ехать надо. Ехать надо будет. Да, помейки ткани, полосы тазовой конечности.
общем, уточнением диагноза. Вот такая вот шабака к нам приехала. Суровая. Надо клетку ставить. Сейчас буду ставить. Вот такой мальчишка хороший. Заяц. Заяц. Волк. Заяц. Волк. Тё хвостиком махает. Тё хвостиком тут махает. Думаю, что он хрустальный, поэтому не ходит. Опять хрустальная собака, да? Может, это отголоски этого хаски-парка? Я не знаю, Сережа, сложно сказать. Нет, я открою здесь плиту. Вот, практически как тут и было. Надо в клинику, надо звонить, узнавать. Да? Сейчас посмотрю. Вот там беспокоит подключение, как эта птичка не работает. Пятый выше стома не будет, да? Особо чё? Стома до трёх. Ладно, это ладно. А, то есть раньше вы не были, да? Так они не сегодня были бы врача? Много народу, да?
Ну вот мы собрались и поехали в клинику с малышом. Друзья, во время поездки в клинику мы проводили прямой эфир в ТикТоке. В ТикТоке же, да, Галь? Мы проводили прямой эфир в ТикТоке. Поэтому кто-то, возможно, его видел, кто-то, может быть, не видел. Напишите в комментариях. Он у меня сохранился, и я его могу выложить. Единственное, что не обрабатывая, потому что времени не хватает. Напишите, хотите вы посмотреть его или нет. Я выложу его на Ютубе таким, каким он был. То есть от начала и до конца. Без монтажа, без всяких обработок. Просто прямой эфир. Вот. Ну ладно, смотрите дальше. Ладно, поехали. Вот такая вот у нас произошла история. Ладно, надо идти дальше кормить. Мне там убирать еще. Вроде как видео записал, немножко отдохнул. Время у нас опять полночь. Соседи все спят, собаки покушали, тоже все спят. Видите, все тишина, спокойствие. Ну там кто-то выступает, там у меня еще кормежка впереди. Хочу сказать огромное спасибо тем, кто у нас четыре помогателя, наших спонсоров. Спасибо вам огромное за то, что вступили в наши ряды, в официальные помогатели. Вот, я постараюсь выполнить все, что там написано, все, что я обещал сделать. Сделаю бонусы обязательно. Спасибо за то, что нас смотрите, что подписываетесь на нас, ставите лайки и дизлайки. Это тоже, кстати, хорошо. Если дизлайки ставят, это лучше, чем не поставят ничего. Это как бы замечательно. Даже дизлайки — это хорошо. Вот. Ну, ладно, ребят, прохладно. Надо. Ладно, прохладно, да? Так вот в рифму заговорил. Вот, надо идти работать дальше. В общем, всем огромное спасибо. Подписывайтесь, жмите на колокольчик, пишите комментарии. Надеюсь, со щенком все будет хорошо. Надеюсь, Тайган мы его назвали. Надеюсь, мы его все-таки поставим на ноги, купим это лекарство, и будет инвалидик у нас. Вот. Просто очередной хрустальный щенок. Все, ребят, давайте. Пока-пока. Я пошел.